Виртуальная реальность. Фух, ерунда какая. Вот это реальность. А ну покажи. Куди? Да я попробую. Не мешай. Старый друг больше новых двух. Больше. Больше. О. Ого. Ложись. Ну ладно. Файлы, биты, винчестеры, мыши всякие шмыгают. А загадочку народную слабо разгадать? А давай. Слушай, внучок, стоит на плите чайник и свистит. Ха, ну, дедуля, ты даешь. Конечно, чайник. Сам спрашивает, сам отвечает. Это я погорячился. Тогда так. Без окон, без дверей, полна горница людей. Ха! Огурец! Достали вы своей стариной? Отгадал. Загадай ему из книжки, Василий. Момент, Петрович. Давай, давай. Стоит дед, 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Ой, ай-яй-яй-яй. Ай. Что я наделал? Дедуля. Не тронь. Глаза выщипаю. Ну, дед, ты фрукт. Овощ я. Овощ. Горим! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой. Куда ты лупишь? Куда? Думай! Думай! Некогда. Людей выручать надо. По полу скачу! Ну ты шустрый, как веник. Опа! Отгадал, веник. А с шубами? Давай вместе отгадку поищем! Отстань! Четыре уха. Этот кот нас замордует. Отгадывай быстрее. Подушка. Отгадал. Не зверь, а лохматая. Не конь, а с ушами. Чудище!
Что? Им оттуда не выбраться! Ой, вот это да! Отведай нашего угощения, добрый мой! Мед! Я знаю, вы пчелки! Дедуля, выручай! Дед, так ты же луковица! Горе ты мое, луковая! Ура! Найдешь ответ.